Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня, значит, я лазил на просторах Galaxy Store и нашел интересное приложение, которое, я думаю, понравится вам. А приложение это, значит, альтернатива, значит, менеджера приложений для наших часиков Galaxy. Ну а теперь погнали. Примечательно оно еще тем, что оно бесплатное. Пока что. А вообще платное. Ну, разработчик сделал его бесплатным. Поэтому успевайте. Я не знаю, до какого числа оно еще будет в таком состоянии. Вот так оно выглядит, как вы видите. И называется Gear Launcher. Если мы его с вами откроем, то... Вот такая вот картиночка предстает, смотрите, перед нами. Крутенько вообще, прям, ну, как на смартфоне, очень, скажу вам, удобненько выглядит. Но лично мне понравился, поэтому я его сделал, так как он поддерживает также еще и виджеты. Я его сделал основным, потому что для меня он удобнее вот именно такой вот интересной тематикой. Что здесь можно сделать? Выбрать или перестроить приложение здесь не получится. Удалить тоже не получится. Но если вы нажмете на любой из них, мы здесь видим, значит, следующую информацию. А информацию мы видим, какой ID, потом, когда было установлено, сколько весит и какая версия. Поддерживает виджеты тоже в неограниченном количестве. Если вы поставите, допустим, новый, давайте мы сейчас с вами это продемонстрируем с самого начала все, чтобы мы все ясненько с вами видели, как говорится, и понимали, в чем вся фишечка. Листаем, находим этот виджет. Виджет пустой будет. В принципе, вот, пожалуйста, вот он виджет этот. Мы его с вами выбираем. Он у нас встает. И, как вы видите, пустой. Здесь нажали на крестик, выбрали любое из приложений. Оно встало туда, куда нам с вами нужно. Опа-на! Основные функции. Ну-ка еще раз. Нажали, выбрали. Есть. Нажали. Выбрали. Есть. И так пошло и поехало, как говорится. Поэтому здесь нажали, выплыли все наши с вами уведомления, ой, вернее, приложения. Ну, не знаю, как вам, мне понравилось. Возможно, понравится и вам. Завтра, дорогие друзья, будет обзорчик вот этого интересного циферблатика, простенького, для любителей, короче, простоты. Смотрите завтра. Также будут на него купончики. Ну, а вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь. Поставьте лайк, напишите свой комментарий, пожалуйста, под этим видео. Спасибо вам за ваше внимание, всего доброго и до новых встреч.